Партнер прогноза погоды – Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. А ты, Михалыч, как всегда, с любовью к вам. Говорим о погоде на 2 октября. Старики, будем жить, радоваться жизни. Официальный партнер прогноза погоды – Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. Он беспокоится о нас. По республике погоду будет определять антициклон. В большинстве районов без осадков. Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега возможны по северу и юго-западу республики. Утром местами туман, ветер северо-западный 3-8, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха: северные районы ночью минус 3, минус 8, по юго-западу до минус 12. Однако уже скоро зима. Днем плюс 5, плюс 10. Не жарко и не холодно. В центральных районах ночью минус 1, минус 6, днем 6-11 тепла. В южных районах ночью также холодно, минус 1, минус 6, по юго-западу даже 7-12 мороза, днем плюс 7, плюс 12, при осадках до плюс 2. Наша любимая столица без осадка. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 3, днем 7, плюс 9. Атмосферное давление будет расти до 728 миллиметров ртутного столба. В 60 лет человек начинает осознавать цены жизни, домашнего очага, друзей. Уметь наслаждаться прожитой жизнью – значит жить дважды. Старость не высмеивайте, ведь вы тоже идете к ней. Радоваться жизнью в любом возрасте – с днем пожилого, так сказать, человека. Мы не стареем, мы мудреем. А ты, Вадим Михайлович? Мы не можем изменить наш возраст и наследственную предрасположенность к сахарному диабету, но мы можем поменять образ жизни и снизить риск его развития. Приводим вес тела в норму, активно двигаемся и питаемся здоровой пищей, развиваем стрессоустойчивость. Нормальные значения глюкозы в капиллярной крови до 5,5 ммоль на литр, в венозной плазме до 6,1 ммоль на литр.